Мне очень понравилась твоя выставка, особенно новое вот такое направление, действительно взятое из каких-то вот дальних, давних детских историй, когда ребенок, девочка берет помаду мамину, начинает что-то рисовать, потом, скорее всего, от мамы получает каких-то нагоняев, но в душе у девочки вот рождается такое некое творчество, которое она потом вот перекладывает и воплощает то, что ты сделала в своих картинах, в своих работах. Ну, необычно то, что, во-первых, писали вы картины помадами. Для меня это было интересно, потому что я в области красоты, но что еще можно рисовать, писать картины? Это для меня новость, и я думаю, как бы мне попробовать то же самое. Очень красивые картины, прям мне очень нравится, и очень близко мне тема косметики, я же девушка, вот, а фильм очень классный. Очень интересные картины, интересная графика, прекрасно нарисованные. Очень понравился фильм. Потрясающая работа актера, сценариста, который написал это. Ксения, поздравляю вас. Буду очень рада также присутствовать дальше на ваших фильмах. Я вообще восхищаюсь Ксенией. То, что в одном человеке, в одной женщине, в одной красавице столько талантов. Она режиссер. Режиссер настоящий. Она умеет работать с актером. Она строга на площадке. Она женственна в жизни. Спасибо. Она очень талантливая, очень и очень. И как это может все вот это совмещаться, и желание это все преподносить, радовать нас, радовать вообще окружение, радовать не столь легкий нынешний день и нынешнюю жизнь. И я просто желаю, чтобы у нее все, все вот летело, светилось, чтобы была любовь, было счастье, и было много-много творчества и радости.